Дорогие друзья, я рада вас приветствовать. Мы продолжаем обсуждать новости Европейского конгресса кардиологов вместе с Ксенией Алексеевной. Ксения Алексеевна Ярусланова, мой собеседник традиционно, кардиолог, который как раз сегодня будет мне помогать, как это сказать правильно, ну, осознать, что ли, те новости, опять очень интересные и необычные, которые мы видим с Европейского конгресса кардиологов. Я напомню вам, что он прошел в Амстердаме. Следующий слайд, пожалуйста. 30 тысяч участников, 4,5 тысячи докладов, новые рекомендации, хотлайны. Вот сегодня мы занимаемся хотлайнами, которые касаются нарушений ритма сердца. И давайте обсудим первый хотлайн. Это пациенты, которым назначался эдоксабан в сравнении с плацебо, и на первый взгляд при фибрилляции предсердия, на первый взгляд уж всего тут изучать, и так понятно, что эдоксабан лучше, чем плацебо, профилактирует кардиоэмболический инсульт, и это вроде бы у нас уже и прописано в клинических рекомендациях. Но не все так ясно. Оказывается, здесь действительно включались совершенно другие пациенты, которые, у которых зарегистрирована фибрилляция предсердий, фактически она есть, причем эпизоды фибрилляции не менее 6 минут. Но это всего лишь или это уже 2,8 часа на протяжении 2 месяцев суммарно фибрилляции предсердий. И вот эти пациентов наблюдали почти 2 года и давали плацебо и эдоксабан. И что получили? И получили отсутствие разницы эффекта, да, и даже больший риск кровотечения на эдоксабане. То есть вообще здесь речь даже идет, ну, наверное, да, как раз здесь речь идет о том, все-таки есть ситуации, когда мы не можем поймать фибрилляцию. Да? То есть вот сейчас, Ксения Алексеевна, давайте еще раз напомним, какие критерии диагностики фибрилляции предсердий, когда мы должны назначать антикоагулянты для профилактики кардиоэмболического инсульта. Это наличие ЭКГ записи у пациента, что у него был паросинф фибрилляции предсердий, либо это данные суточного мониторирования ЭКГ вплоть до 72 часов 30 секунд единого пароксизма. Должна быть длительность, вот, чтобы мы поставили диагноз фибрилляции предсердий у пациента. Вот. То есть это четко как бы документировано либо на ЭКГ, либо это 72 часа мониторинга, да, и 30 секунд 24, одномоментно. Да. Вот смотрите, а здесь другая ситуация. Здесь 2 месяца, всего 2,8 часа, и эпизоды фибрилляции даже больше, получается, более не менее 6 минут. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, да, чтобы определить этих пациентов как пациентов с фибрилляцией предсердий. Назначение эдоксабана не сыграло никак. То есть это не просто предсердные тахикардии, да, а это именно вот фибрилляция предсердий, но с другими временными характеристиками. Правильно я понимаю, Ксения Алексеевна? Да. Это достаточно большая проблема. Вот современные вот эти записывающие устройства, будь то петлевые мониторы, будь то работающие ЭКС или дефибрилляторы, они записывают практически постоянно ритм, и они могут сообщить о наличии нарушения ритма сердца. И вот диагностических критерий для постановки фибрилляции предсердия у нас нет, потому что уже ни одно исследование показало неэффективность. Пытались определить временные критерии, сколько же нам нужно в минутах, в часах, чтобы поставить диагноз, но вот это исследование еще раз подчеркивает, что мы не знаем. Кроме того, вот, например, в этих обоих группах пациентов, которые были поделены на группу плацебо и активного препарата эндоксабана, в целом за 21 месяц в каждой группе у 8 пациентов была диагностирована фибрилляция предсердий по данным ЭКГ. И они выводились из группы, им уже назначался эдоксабан по показаниям как фибрилляция предсердий. То есть как бы это пациенты высокого риска. Но обращаю внимание, возраст 78 лет средний получился, и время наблюдения, то есть это тот возраст, когда фибрилляция предсердий сама по себе манифестирует. То есть даже нет данных на то, что наличие вот этой фибрилляции предсердий или похожих изменений на ЭКГ по данным длительного мониторирования увеличивает риск диагностики самой фибрилляции предсердий в последующем.
То есть здесь есть то, что мы, наверное, чего-то сейчас не понимаем. Да, это завораживающее, конечно, исследование. И мне кажется, что, наверное, нужны дополнительные усилия для того, чтобы все-таки дополнить критерии диагностики фибрилляции предсердия. Это крайне важно. Это понятно, почему, даже не стоит обсуждать. Ну, в общем, будем ждать, да, Ксения Алексеевна? Да. Давайте перейдем к следующему исследованию. Это эффективность и безопасность колхицина в отношении профилактики фибрилляции предсердий, который назначается в переоперационный период фактически, да? Mm-hmm. Все-таки колхицин – это препарат с мощным таким противовоспалительным эффектом. И мы, я так понимаю, рассчитываем на то, что колхицин позволит уменьшить вот это повреждение миокарда, да, его, правильно я говорю, да? Вот как, и повреждение зачем? Миокарда, и именно как воспалительные цитокины, которые могут провоцировать сами по себе фибрилляцию предсердий, пароксизм, что он может это уменьшить. Да. И вот, вот, конечно, особенно в группе пожилых пациентов, для нас всегда очень актуально профилактика фибрилляции предсердий. И что оказалось, что колхицин не влиял на степень повреждения миокарда и не влиял на частоту развития фибрилляции предсердий. То есть как препарат в отношении этих вещей он неэффективен. Был обнаружен значимый побочный эффект у препарата увеличения неинфекционной диареи в 3,6 раза. Нужно еще отметить особенность этого исследования, потому что колхицин уже неоднократно используется, оценивался в разных исследованиях по эффективности профилактики фибрилляции предсердий и на операции на сердце, и на больших операциях сосудистых, как здесь было показано. В данном случае колхицин вводился 10 дней, то есть шла более длительная терапия, чем делалось обычно, чем, например, было показано на прошлых конгрессах американских, когда вводились разовые дозы после операции. Здесь было более длительное воздействие препаратом, оно также не показало эффективности, но вот побочные эффекты мы увидели чаще, чем в предыдущих исследованиях. Ну вот, к сожалению, у нас были расчеты на колхицин, но в который раз они уже не подтверждаются. Будем ждать новых исследований, новых помощников в переоперационном ведении. И, конечно, на конгрессе было довольно много исследований, которые посвящены были абляции. В данном случае очень интересное исследование. Мне кажется, это исследование очень актуально, потому что обычно пациентов с низкой фракцией выброса, менее 35%, с фибрилляцией предсердий, мы не оперируем, эти пациенты остаются без вмешательства. Считается, что это уже безнадежные, тяжелые пациенты, вмешиваться не надо. И вот посмотрите, какой результат. Медикаментозная терапия в сравнении с абляцией, еще раз повторю, это тяжелые пациенты с сердечной недостаточностью, с низкой фракцией выброса, менее 35%. Потрясающий результат, да, Ксения Алексеевна? Да, снижение смертности на 70% в группе, которая попала в группу абляции. Это одно из самых ожидаемых исследований последних лет в области лечения фибрилляции предсердий. И, Ольга Николаевна, вы абсолютно правы, чаще всего когда пациенты с тяжелой сердечной недостаточностью фракции выброса менее 35, они обычно как-то автоматически у врача ассоциируются с тем, что мы здесь можем сделать мало что. Но вот мы здесь можем сделать, если есть фибрилляция предсердий, абляция. Мы, как мы рассказывали в первой части нашего выпуска программы, мы можем поставить RCTD, что также снизит смертность и увеличит качество жизни. То есть на сегодняшний день даже у этой группы пациентов у нас есть достаточно большой пул вещей, которые мы можем сделать, и это не только трансплантация сердца. Да, да, потрясающий результат. Переходим к следующему исследованию. Это переход с варфарина на пероральные антикоагулянты у пожилых пациентов. Это пациенты в данном случае, по-моему, старше 75 лет, да, Ксения Алексеевна? В да, здесь только включались пациенты старше 75 лет. Да, и вот этот переход, вообще все эти переходы, это всегда очень опасно. И всегда встает вопрос, вот хорошо подобранная терапия варфарином, прекрасная
хорошо отдозированной терапии с достигнутым терапевтическим окном, НО 2-3, более 70% времени наблюдения и так далее. И переход все-таки на более удобные, может быть, препараты, которые не требуют лабораторной диагностики, лабораторного контроля. Может быть, все-таки целесообразен у этих пациентов. И вот попытались это сделать. Исследование очень красиво называть Frail AF. Это frailty, это хрупкие пациенты, старые пациенты. Что получили? Это, да, вот пациенты старше 75 лет, все пациенты были с синдромом старческой астении. И когда их попытались перевести то, что считается более безопасными препаратами, оказалось, что риск кровотечения у них возрастает. Причем возрастает примерно в 1,6 раза. При том, что тромбоэмболические события и смертность всех причин остается на прежнем уровне. И в заключении исследователи сказали, что в этом случае, если пациент нормально находится на терапии варфарином, он контролирует МНО, но в целевом диапазоне, не надо его переводить на более безопасные препараты с вашей точки зрения. Препарат работает, действует. Если мы не достигаем целевых цифр, если у нас есть кровотечение, если у нас есть какие-то опасности в отношении препарата, опасения какие-либо другие, то да, конечно, мы переводим. Но если все стабильно, все хорошо, от добра добра не ищут. Ну, вообще очень красивый результат, на самом деле. Все, мы пытаемся уйти от варфарина, и все у нас никак не получается. И очередное исследование доказывает, что рано нам от варфарина, по-видимому, отказываться совсем, да? Давайте перейдем к следующему исследованию. Очень опять интересное исследование, потому что существует, и мы, кстати, Ксения Алексеевна, по-моему, с вами уже такие новости разбирали, разные тактики радиочастотной абляции, разные режимы, да, радиочастотной абляции, когда это такая типа пульсовая, да, пульсовое воздействие такими... Постоянный ток дается. Да, либо постоянно, либо это периодические такие воздействия. И все-таки вот что лучше? Я помню, что когда мы с вами обсуждали, то действительно была разница. Да? Ну, вот мы тогда говорили немножко о других протоколах, когда множество точек прижигается, одна точка прижигается. А здесь именно вот механизм прижигания обсуждался, как это лучше. И до этого момента считалось, что более безопасным для пациента и эффективным является вот это вот небольшими разрядами, когда идет прижигание, а не постоянным током. Периодическое, да. А не постоянным, когда идет большее повреждение миокарда, считается. Но в целом на эффективность процедуры обе методики одинаково сопоставимы, как здесь показано, в течение 360 дней. То есть это ходичное наблюдение. В обоих случаях эффективность процедуры составила порядка 70%. Ну что ж, методы одинаково эффективны. Давайте двигаться дальше. Да. Ну и, конечно, вот это исследование тоже, мне кажется, очень интересно, потому что радиочастотная абляция и криоабляция – это процедуры, которые мы широко используем. И, конечно, понять, что выбрать, это очень важно, что эффективнее. И, насколько я понимаю, здесь сравнивалась радиочастотная абляция и даже несколько протоколов криоабляции, немножко разные протоколы. И победила все-таки радиочастотная абляция. Да, она показала... Что нам отказаться уже от криоабляции? Получается, что у нее нет никаких преимуществ? Ну, победила с небольшим отрывом радиочастотная абляция, она показала большую эффективность, большую даже немножко безопасность, но не надо забывать о том, что каждая процедура эффективна в руках специалиста. Если человек более свободно себя чувствует с криоабляцией, то переходить на РЧА, возможно, и нецелесообразно. Главное, чтобы эту процедуру выполнял опытный врач с большим опытом работы, и он чувствовал себя свободно в проведенных методиках, проводимых методиках. Ну, кстати, очень важное замечание. Так что рано отказываться от криоабляции, она тоже эффективна, чуть менее эффективна, чем радиочастотная абляция, но эффективна, достаточно. Да. Это было последнее исследование, Ксения Алексеевна, сегодня. Да. Коллеги, сегодня мы завершаем обсуждение. Сегодня мы обсуждали новости Европейского конгресса кардиологов и разбирали тему нарушения ритма. Это еще не все.
следующей передаче мы продолжим. А сегодня до свидания и до следующих встреч. До свидания.